Всем добрый вечер. Вы на канале «Дядь Федор из Германии». Мы сегодня пришли сюда на парк-пляц. У нас здесь карусели, качели, все аттракционы. Это прилив средств. И мы решили с Ирмой прийти сюда, покататься на каруселях. Ну, как видно, она не хочет, я тоже. Пошутил я. Да. А то вдруг Ирма захочет на каруселях кататься, а потом мне ее домой тащить. Опять к нам в Гайслинген приехали карусели. Это у нас каждый год Фрюлингсфест. Вот такие палатки, мороженое, кафе. Всякие развлечения. Шарики сбивают, хлопают. Уточек вылавливает. Тир стреляют. И все это потом получают выигрыш. Кто больше собьет количество очков, зарабатывают какие-то пункты, потом игрушки получают. Здесь тоже шарики ловить надо. Здесь для самых маленьких карусели. Машинки. Здесь тоже возле. Какие-то лабиринты. Весело. Друг друга машинки толкают, сбивают. Мы с Ирмой тоже пришли поразвлечься, на качелях, на каруселях покататься. Шучу, я еще с детства боялся каруселей.
такая вот страшная карусель. Зал игровых автоматов. Денежки. Азартные игры не для нас. Выиграть хотите? Карусели. Сладости разные, сахарная вата, пряники. Это в этом году слишком скудная такая. Раньше здесь были магазинчики всякие, палатки, там можно было еду купить. А сейчас вот здесь в парке, где Биргартен, тоже поставили палатки для напитков. Можно посидеть, выпить. Вот такая вся наша ярмарка, то есть Фрюлингсфест. Пришли в Биргартен, сейчас мы сейчас сядем, место найдем. Место вот есть. Федя пришел, Хайзябия. Посидели немножко, отдохнули. Пойдем домой. На этом я закончу это видео. До свидания. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов и мирного неба над головой. До свидания. Пока-пока.